Привет всем! С вами ваша Сильва Паттерфляй. Сегодня буду рассматривать с вами аромат, но пока покажу пару мелких покупок. Например, вот такая вот брошка интересная. Я думала, это просто брошка старинная, но без всякой надписи. А потом я узрела номер 154 вот здесь, что говорит о том, что это бренд, так и назван, 154. И он создавался в 50-е года, в 60-е прошлого века. Прошлого века так звучит, как будто это 100 лет назад, а это всего лишь несколько лет назад. Еще что? Вот покупка. Такая сумочка у меня появилась новая. От компании Sam Edelman, так видите, там выгравировано, выдавлено. Я давно искала такую торбочку, уже все туда сложила свое, потому что я люблю маленькие, но очень вместительные сумочки. И через плечо. Вот эти три качества в нем присутствуют, и слава богу. Ну так вот, а что же мы будем сегодня рассматривать? Вот такое чудо от Cartier. A moment of sweet madness, the brush of a kiss, an orchid with balmy colored facets. Значит, момент сладкого дурмана, или можно сказать даже сумасшествия. The brush of the kiss. Подернутым поцелуем. An orchid with balmy colored facets. Орхидея с очень нежными бальзамическими цветными лицами, аккордами. Так. Кстати, бутылочка здесь классная. Так оформила все на совесть. Ну что ж, нанесем. Ой, мне сразу пахнуло малиной. Не знаю почему. Все там говорят, что там белый шоколад, а мне пахнуло малиной и огурцом свежим. Может быть, он будет расходиться? У меня прям искушение взять и набрызгаться. Что будет? Что будет после всего этого? Я, наверное, передозировала, но нет. Ну что, так как я обожаю малину и в жизни, и в парфюмах, этот парфюм уже засчитывается как зачетный. А теперь прочтем ноты. Вообще-то, знаете что, хотела почитать один комментарий. Ее зовут Майя Выборг. Начну с того, что мой муж обожает белый шоколад. Я же не в восторге. Он мне воняет прогорклым маслом. Думала, может, плохое качество попадалось. Но нет, побывав в Бельгии, я уяснила, что чем качественнее и элитнее белый шоколад, тем сильнее от него несет. Но мужу-то нравится этот запах. Для него там вони нет. Я иногда извиняюсь, что я читаю плохо, потому что у меня вообще буквы скачут, мне не подходят очки. Всегда подходили, теперь не подходят. И что, во-первых, Bizarre не воняет. Во-вторых, мой муж не учуял в нем белого шоколада. В-третьих, пахнет смородиной и только. Нет, постойте, вроде как пахнет и елочкой немножко. Вот, кстати, а мне огурцом с елочкой. Так, значит, благородный, затестив, купила бы, не купила бы. Это все, что хотела сказать. Сейчас, заткнув нос, пойду приготовлю мужу горячего белого шоколада. Ну, а мне, вот я хочу плохо сказать, вернее как, я наоборот не хочу сказать плохо, но хочу как бы объективно сказать.
мне нравится. Там действительно этот белый шоколад присутствует. Короче, мои три аккорда, я их не смотрела еще. Малина, огурец, белый шоколад и елочка. Сейчас проверим. Цветочно-фруктовые аккорды и основные, эта группа была, аккорды фруктовый, цветочный, ванильный, пудровый. Да, это все так, как и есть. Вот этот базерфу, это, если так выразиться, crazy kiss по-английски, то есть сумасшедший поцелуй, да? У меня был такой поцелуй сумасшедший, и не в лучшем качестве, то есть как бы не то, что в лучшем качестве, я не поняла этот сумасшедший поцелуй, связанный, кстати, с такой печальной историей. Я когда-то вам рассказывала, когда вы смотрели меня давно, я собиралась на вечеринку, пришла, а как выясняется, что я оказалась на не на похоронах, а на поминках своего бывшего бойфренда. Как это все произошло? Повторюсь, кто не знает. То есть один парень, я когда-то встречалась, потом я вышла замуж, забыла про него, а потом он меня нашел. И начали переписываться, ну, я так нехотя ему отвечала, думаю, что мне ему отвечать, я же замужем, о чем речь. И потом идет сообщение, что все приглашаются на супер шикарную вечеринку с кучей веселья, выпивки, еды и так далее. Ну, я, естественно, сказала «да». Потом смотрю, это было приглашение общее, там в комментариях пошло какие-то странные отголоски. Но я пока еще ничего не подозревала. И потом, когда я туда пришла, вернее, я уже потом все-таки выяснила, что к чему. И когда я туда пришла, это были поминки моего как бы бывшего бойфренда. Не так уж я долго с ним встречалась. Но он, оказывается, меня любил, а я-то думала, ну так, что-то, я не помню даже, почему мы разошлись, как в море корабли. И вот он умирает в молодом возрасте. Он такой вот, как бы гуляка парень, да, и он завещал, что никто на его похоронах не должен ни плакать, ни скорбить. Все должно быть так, как всегда у него. Всегда пир горой, куча друзей, разные напитки, еды куча, и все веселятся. Вот веселье – это его было ключевое слово. Но даже речь не об этом. И потом, когда я под конец уходила, там один был из его друзей, и я такая, ну ладно, пока. Пока там с кем-то разговаривала в кучке, и обычно ты целуешь кого-то в щечку, или там тебя должны поцеловать в щечку, чтобы типа kiss goodbye, то есть поцелуй до свидания. И я такая собираюсь его поцеловать, значит, в щеку, он такой раз и свернул голову, и получилось губы в губы. Я такая немножко так озадачилась, думаю, что к чему, это же все-таки такой как бы печальный день. И вот такой вот crazy kiss, так сказать, со мной произошел. Я не знаю, зачем я с вами делюсь. Иногда я делюсь таким сокровенным, да. А ко мне, а меня-то смотрят не только те, кто вы, вот вы, допустим, меня, кто любите, да. А ведь у меня куча ненавистников меня смотрит. Ведь это все может использоваться против меня. Вот я не знаю, говорить вам об этом или нет. Делиться мне с вами таким сокровенным или нет. Вы мне сами скажите. Что я скажу насчет вот этого базерфул? Он достойный аромат на лето. Вот, кстати. Я бы не против иметь такое вот украшение стола. Прелесть. Такой камешек такой, типа а-ля рубин там.
Тут вот что значит картье, ювелиры, бриллианты, камни, украшения. Ну, в общем, такое мое резюме. Кто любит малину, кто любит белый шоколад, кто любит странностей, вам сюда. И, кстати, он свежий, он не насаждает тебя, и он не давит. Вот это главный мой, так сказать, demand, по-английски demand, не могу вспомнить по-русски, мое требование к парфюму на сейчасшний момент. На этом я заканчиваю свой репортаж. С вами была Silver Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока!